Девочки, сделала масочку с утра, занимаюсь уборкой, ничего не снимала, потому что еще, видите, в душе не была. Вот, короче, умылась, как всегда, дегтярным мылом с утреца. Гарниер сделала масочку, вот эту, я ее обожаю, у меня уже вторая лежит, по-моему, или это вторая, у меня третья лежит новенькая. Короче, очень классная маска, вот так ее разрезала, еще тут разочек, наверное, может и не будет. Она, знаете, помимо того, что классно чистит кожу, подсушивает все, да, она очень классно разглаживает морщины. Она классная, вот именно эта глина. Я с глиной маски обожаю. Так, сейчас я сделала масочку тканевую. Вот такую вот корейскую коллаген. По-моему, мне кто-то ее дарил, покупал с детей. Вот, занимаюсь уборкой животных, помыла стиркой, слышите, машинка, это стираю Никину подстилку, полотенце собачье. Я, Виталинка выгуляла собак, я помыла их, Жулю просто лапы, Нику искупала полностью. И пока Ника обсыхала в ванной, я помыла пол на кухне, поменяла ей подстилочку на чистую и кинула в стирку ее подстилку. Я в последнее время сначала ее замачиваю, подстилку, потому что много шерсти. Замачиваю в миске с порошком, с горячей водой. Чуть-чуть грязь отходит лишняя, да, и, соответственно, шерсть. И остальное потом кидаю стирать в стиралку. Вот так мне больше нравится. Вот, помыла пол хорошо, поубирала лоток кошачий и Жулин с пеленкой. Жуля перестала ходить после Львова, да, на пеленочку, но тут я заметила, мы поздно ее выгулили, и она покакала, короче, на пол, да, возле своей, там, где должна быть пеленочка ее в лоточке. Короче, постелила я ей опять, пусть будет. Кошки поменяла, и сейчас буду менять у грызунов три клетки, крыса, кролик, морская свинка. Сейчас у них поменяю, вот. Главное, на кухне пол помыла. Сегодня хочу котлеты приготовить. Хочу сходить купить молодой картошки, приготовить соус. Покажу рецепт. Возможно, возобновлю рецепты на канале, там, где снимала я кулинарный. Посмотрим. Вот. На пляж сегодня не идем. Ночью был дождь, поэтому все мокрое. Виталинка пошла гулять с одноклассницей, с подружкой. Вот, и я сейчас интенсивно тестирую вот эту вот от Елизавека сыворотку. Пока не знаю, нравится или нет. Разные у меня к ней сейчас такие отношения. Короче, я не знаю. Вроде нравится, вроде нет. Прыщи появились у меня с ее, как бы, с тем, что я начала ее использовать. Ну, может, как новый продукт, знаете. Не знаю, отзывы были очень хорошие, но я пока не знаю. Ну, тут прямо глаз мешает вот эта фигня. Маска такая лекала, такое не очень. Короче, с одной стороны, вроде бы прыщи появились, с другой стороны, вроде бы разглаживаются морщины. Короче, не знаю, посмотрим. Пока потом скажу. Заканчивается у меня много чего уже. Скоро, наверное, будут опять пустые баночки. Ну, не совсем скоро, но еще надо пособирать. Вот, так что вот такие новости, что у нас сегодня пятница, я еще не кушала ничего, наверное, буду делать опять итальянский бутерброд, потому что мне очень понравился, очень вкусно, вот, и салатик сделаю себе, да, да, не знаю, сегодня думала сходить в Хуману, хотела посмотреть вещи. Схожу за молодой картошкой 100%, кефир, наверное, возьму, сырцовую гуни возьму на хачапури, потому что выходные близятся. И вареники хочу с вишнями приготовить. Короче, планов очень много, поэтому будем готовить, буду вам показывать по мере возможности все. Что еще в магазине хотела сходить купить, помимо кефира и
кефира. И что я вчера кефир не взяла? В Элмарте с мужем скуплялись. Помимо кефира и молодой картошки, у меня кабачки есть. На выходные планирую купить огурчиков маленьких, сделать в кетчупе чили. Короче, все, будем готовить, буду снимать, буду показывать. Вот, надеюсь, вам понравится. Пупки у меня были, значит, поджарила лук, добавила пупочки, добавила чуть-чуть сметаны, чуть-чуть томата добавила, немного. Сейчас буду добавлять кашу. Сейчас, думаю, гречку, наверное, добавить надо. Наверное, гречку приготовлю таким способом. Вот. Гречку добавила, сейчас буду добавлять приправы. Приправы у меня... Значит, вот такая гриль. Вот. Я люблю эту приправу. Не знаю, мне нравится она. Немножко. Вот. Потому что она такая специфическая. Потом приправа к салу. Тоже беру ее к мясу, к любому. Не обязательно использовать то, что там написано по назначению. И покупала в Авроре вот такой вот обалденный. Если я еще увижу его, я куплю обязательно чеснок копченый. Я взяла два. Он гранулками, он офигенно пахнет. Просто он такой классный запах. Вообще. Короче, добавляю его. Все, больше, наверное, никаких приправ еще. А, соль я, по-моему, уже добавила. Ну, короче, я потом еще попробую на соль. Пока я закрываю крышечку, сейчас закипит, закрою крышкой на маленький огонь. Так, гречка варится, почти готова. Здесь я, плита грязная, сейчас не мою, пока приготовлю, потом буду мыть. Здесь сварила филе в турочке, потому что кастрюлька маленькая занята. Сварила филе в турочке для собак. Так, тут делала грязную работу, уже вам не показывала. Разделала рыбу, по-моему, 4 раза. 2, 3, да, 4 скумбрии разделала. Сейчас я их буду засаливать с сухим посолом. Давно так не делала. 2 столовые ложки соли, столовая ложка сахара. Все. Черный перчик и лаврушечка. Вот. И сложу в судочек это все. Вот будет у меня такая скумбрия. Я ее сразу, наверное, порежу на кусочки. Перемолола филе куриное с луком и хлебом. Это у меня будет котлетки. Я их, наверное, буду жарить сразу по мере... Ну, короче, когда буду готовить, сразу буду жарить, чтобы свежие были. Хочу так, потому что я не люблю не свежие котлеты. Я поняла это уже только сейчас. Короче, я люблю котлеты, когда только-только пожарены со сковороды. Вот, к ним, наверное, будет пюрешка. У меня еще осталась старая картошка. Я приготовлю, наверное, пюре с нее. Посмотрю, хватит или нет. Я надеюсь, хватит. Вот, и сейчас это накрою крышечкой, уберу в холодильник. Фарш всегда пропускаю в конце одну картошку, чтобы прочистить хорошо, чтобы мясо все вышло, лук вышел хорошо. И хорошо потом отмывалась сама мясорубка электро. Пересыпала солью, сахаром, черный перчик, лаврушка у меня меленая, и порезала вот так ножничками на кусочки. Ее можно с луком, можно порционно, очень вкусно на хлеб черный с маслом, с лучком, с помидоркой, короче, как угодно. Очень вкусно. Это у меня бабушка так засаливала. Гречка готова, вот так чуть-чуть ёшечки остается, она потом вся впитается. Все выключаю. Здесь варю яйца, потому что я купила свежие яйца, эти лежали в холодильнике, и на них потекло варенье. Поэтому я их помыла, а помытые яйца долго не хранятся, и я их сразу варю. Вчера я их перемыла лоток с яйцами, там где храню. Я храню внизу холодильника, там где для овощей, лоток застелила салфеткой. Вот, положила чистые яйца, а эти варю, были сваренные, готовые. Ну, в принципе, уже, наверное, выключаю.